Всем привет, с вами Хейкер, сегодня поиграем в игру Пикабу. Давайте начнем. Так, два. Ага, вот так вот и превращаются люди в предметы. А можно обратно? Ну окей, я ожидаю игроков, так как еще никого нету. А собственно, зачем мне ждать игроков? Так, ага, список серверов. Два, закрыто, закрыто, все. Издеваетесь, что ли? Онлайн, но игры никакой. Так, и почему я здесь, а? А, все прекрасно. Но игра чисто подойдет для игры с друзьями, как ни странно. Одному тут, я так понял, делать нечего. Ну а что поделать? Такая вот игра. На 2D. На C. На 1. 1 это туман. Ну. 2. Ага, на два. Охотников нету у нас еще. Похоже, это будет симулятор ожидания. А как тут переходить из команду? Никак? Ага, вот я один охотник появился. Ну все, заныкались. Ничего подозрительного. Криво подумаешь, стоит. О, прекрасно стоит. Правда, я никого здесь не вижу. И тут два охотника на одного меня. А чё это у меня тут грязь какая-то появилась? Нет, похоже, меня заметили. Или нет? Или я не просто по приколу стреляю? Вон там один чувак есть. Ходит там где-то. Нифига, правда, не видно из-за того, что я толстый. Но там чувак был. Что-то там взорвал. Нет, не иди сюда. Здесь никого. Отвечает пустота. Да нет, тут никого не было. Видимо, я плохо прятался. Так, пропсы, 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 пропсы. В следующий раз буду прятаться получше. Ага, теперь я эта бочка. Блин, очень подозрительно. Тут трудно спрятаться на самом деле. Так как все знают о тебе все. Карта маленькая. А. Ну ок, я теперь буду охотиться на них. Я что-то трачу, если я промазываю, допустим. Так, где-то тут кто-то что-то прыгнул. Офигели, что ли? Ты что, офигел? Ну да. А что это там? Дымка. Само собой, дымка сама себя здесь не сделает. Вот так вот и допрыгался один чувак. Теперь тут два охотника. Ищем одного.
Где-то тут кто-то прыгал, отвечаю. Шухер здесь. Ага. А чё он там стреляет? Такс. Такс. Ну, по логике тут все зашибись по мне. Так, сканер нифига не показал. Нормально стоит. Нормально стоят. Мусор как-то фигово стоит, нет? Коробка нет. Тут все подозрительно. Даже ты. Абсолютно все подозрение вызывает. Вот это тоже особо подозрение вызывает. Ну, допустим. Вот так вот мы будем искать чувака одного полчаса. Есть где-нибудь кто-нибудь? Ну, пускай здесь сорвется, допустим. Нет, нет. Ты тут подозрительно стоишь. Здесь все подозрительно стоит. А бегать я не умею. О, у нас уже три охотника. Мы пытаемся найти одного человека. Все очень плохо. Он очень хорошо спрятался, отвечаю. Ты подозрительный. Нет. Не очень-то и подозрительный, на самом деле. Осталось 2 минуты, а мы до сих пор не можем найти одного челика. Ой. Холодильники. Зачем тут 2 холодильника? Зачем здесь эта коробка? Но, видимо, надо. Видимо, надо. Что ж. Бабах, пускай будет. Стоять. Ты что так делаешь? Кто мне звонит? А? Полис паблик бокса. Ну понятно, понятно. Ты? Не ты. Ты? Он хорошо спрятался. Мы втроем его найти не можем. Ты какая-то кривая. Он наверняка там сидит где-то и угорает над нами. Ха-ха, Рошара, найти меня не могут. Сидит там какая-нибудь бутырка, которую фиг найдешь. 40 секунд осталось, а мы не можем найти чувака. Так. Этот чувак хорошо спрятался без базара. Опа-на. Блин, косой! Хватит так скакать. Неправильно это все. Они тупые и слепые наши. А я косой. Что ж, заныкался тут чувак все-таки хорошо, без базара, что его из нас никто не нашел. Такс. Надо найти такое место, чтобы они даже не додумались до нас, до меня дойти. Ха-ха.
Два охотника есть, ну ок. Полежим здесь. Возможно, нас найдут очень быстро, а там посмотрим. Опана. Шухер, пацаны. Он меня не заметил. Ну ок. Он меня не заметил, ну да, ладно. Сканер подсветил предметы, но не меня. Значит, вот так вот и они и находят чуваков. Сканер, хватит, пора работать. Мне не нравится, что предметы светятся, а я нет. Опа-на, чувак. Пробежал. Опа-на, чувак. Тихо. Иди отсюда. Не смей. Не смей. Не смей. Серьезно? Как он меня не нашел? Ну ок, допустим. Постоял такой на мне, пострелял куда-то, но в меня не попал, главное. Такой подумал, дай-ка я уйду отсюда, тут нету ничего такого подозрительного. Действительно, всего лишь сумка, которая не подсвечивается. Или это он только у меня подсвечивается эти, типа из-за того, что я могу в них превратиться. Допустим, допустим. Так, я даже не знаю, как комментировать. А мы лежим, 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 лежим. И просто лежим. Что ж, копы, похоже, меня потеряли. Неплохо. Хорошо. Есть шанс победить. Хотя есть подозрение, что меня в последнюю минуту и убьют. Притворяемся неживым предметом. Живые предметы не издают... Неживые предметы не издают никаких звуков и не двигаются. Вот поэтому я буду неживым предметом. Не двигаться и ничего не делать. Минута и 30 секунд уже. Так. Стреляет там где-то. Пускай сюда они идут, мне вообще здесь нравится сидеть. Восемь секунд осталось. Будет смешно, если меня найдут последние секунды. Взрывает там что-то, ходит там, стреляют. Опа, на опять чувак. Ох, окей, ушел куда-то. Попасть в предметы не так-то и легко, если они двигаются. Я это на себе проверил. Когда я стрелял, очень тяжело попадать в чувачков. Так что да. Осталось еще 19 секунд потерпеть. Думаю, я останусь незамеченным. Вот так вот и играем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Пропсы одержали победу. Ху-ху, я победил, я победил. Ху-ху.
И сразу второй уровень дали. Что ж, еще за мента поиграем, я думаю. А, все? Типа закончилось? Ну да, ладно, закончим мы на этом. Сервер покинул игру. Всем спасибо за просмотр, с вами был Хайкерс, всем удачи и всем пока. Прикольная игрушка.